У нас всегда есть риск вкатиться в депрессию, если мы не будем знать, как предупредить ее развитие, если мы не будем использовать такие психологические инструменты, которые позволяют нам чувствовать себя по жизни более счастливыми, более уверенными в себе, ощущением вот этой перспективы, внутренних сил там, и так далее. И задача – это, конечно, профилактика депрессии. Вот. Потому что сейчас, вот, в нынешних обстоятельствах, я клянусь вам, товарищи, все находятся в состоянии субклинической депрессии. Она просто у кого-то субклиническая, это значит, она еще не болезнь, но капля какая-то там капнет, чаша переполнится, и вы, значит, бодро из субклинического в клинический уровень депрессии перейдете. И вот этого бы хотелось избежать. Потому что бороться с депрессией всегда тяжелее, чем ее предупреждать.